Всем привет! Сегодня мы проведем обзор маркеров кистей молотов Aqua Squeeze. Это сложный на первый взгляд инструмент, заправляется довольно легко и работает почти со всеми жидкими чернилами. Кроме того, вместо чернил можно залить обычную воду и использовать кисть с обычными акварельными красками. Наконечники из синтетики неотличимы от обычных художественных кистей. Они обладают оптимальными качествами мягкости и упругости и хорошо держат воду. Как обычная кисть, только лучше. В линейке представлены кисти в 6 размерах. 1, 2, 3, 4, 7 и 10 мм. Давайте протестируем самую тонкую и широкую кисть. Для начала нальем в них акварельную заправку молотов. Подача чернил регулируется силой сдавливания корпуса. Широкие кисти отлично подойдут для закрашивания больших поверхностей, а тонкие подойдут для проработки мелких деталей. Кроме того, эти кисти подойдут для каллиграфии. Такие кисти можно использовать со знаменитой заправкой One Fool. Вы можете просто макать в нее кисть и в итоге рисовать всеми заправками сразу. Вы можете приобрести кисти Aqua Squeeze в наборах. Существует набор с кистями 1 мм, 3 мм и 4 мм. И набор с кистями, где собраны все 6. Это будет выгоднее, чем покупать их подштучно. Рисовать с Aqua Squeeze Pen одно удовольствие. Кроме того, Squeeze Pen подойдут и для самых маленьких художников.